На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику дикой охоты. Что? Значит, это дикая охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфиале. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Дорн. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири — исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому дикая охота так хочет ее настичь. Значит, дикая охота появлялась на Хиндарсфьяле. Это было недели через две после того, как здесь, на Арцкеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин. И один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Подожди, может, отправимся туда вместе прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но пью их, если надо. И если не надо. Ну, в путь. Подойди ко мне. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Я была на Хиндарсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотон где-то там.